Привет всем, с вами канал Кролик Пончик. Пончик очень любит яблочки. Наверное, потому что в них много железа. Также он сегодня кушал укроп и кусочек абрикоса. Ну и, конечно, сено и свой корм кроличий. Вот, абрикосики ему очень тоже нравятся. Они устраняют запоры, которые может вызвать линька. Видите, какие рыжие стали штаны вот у Пончика. Тут бок рыжий. В общем, он при линьке у нас всегда рыжеет. Такой красавчик. Такого, наверное, носика нет ни у одного кролика. Вот какой вкусный абрикосик был. Он и орешки любит, но много ему нельзя, ни фруктов, ни орехов. Так, понемножку только, изредка, чтобы печень не ожирела. Правда, мой хорошенький? Вот он со мной здоровается, облизывает мне ручки. Скоро Пончик поедет на дачу, будет бегать там, гулять, травку кушать вкусную. Да, Пончик? Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Пончик очень старается.